перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет. Всем привет, кто на связи. Всем привет, кто на связи. Вам хорошего, хорошего дня, вечера, ночи. Вне зависимости от того, где вы живете. И в зависимости. Мы продолжаемся. Баку, привет. Мы продолжаемся путешествовать, вот. Мы, наш тур продолжается. Вот. Сегодня у нас 4-й концерт нашего тура в Майами. Так что всем местным, кто есть и собирается, собирайтесь. Вот. Осталось еще 2 города, и уже домой хочется. Хочется домой. Вот. Еще у нас Торонто. Торонто завтра у нас. И Нью-Йорк. Завершающим концертом в нашем туре. Да. Блин, это, конечно, я буду редким говнюком. Показывая солнышко, да, что у нас зима, но я вам покажу про солнышко. Кто-то без злости просто порадуется. Такой вот видос, такой вот парк, замечательный парк. Вот так вот солнышко светло. Как будто лето, как будто лето. Химки, привет. Пару слов о Кирилле. Я уже говорил, что не быть человеком, который пытается на этом какой-то эмоциональный курс. Очень жаль, очень печально. Трагические события. Трагические события. Я не рос там на музыке, я музыку не слушал, но здесь дело уже не в этом, да. Просто печально, что человека не стало. Здесь все конфликты, все там недоразумения, все разногласия, они отступают. Слушайте, ну, разногласия, они всегда есть между людьми. Мы с ним в хорошем клинче были всегда. Да. Большой достойный соперник. Поэтому такие вот дела. Nintendo 22 февраля в арене Boys of a Family. Это новая площадка большая. Вообще можно приходить. Там такой выстраивается очень серьезный лейнап. 22 февраля выступаю. Я тащу туда всех своих скелетов из шкафа. И наганы, и Nintendo. И мы еще будем играть электронный свой проект, то есть трехчасовая программа будет у нас, 3 часа. Не знаю, как мы выдержим, но это будет интересный марафон. Все движение будет начинаться где-то в 11 и уйдет в ночь. Так что это будет такое супер путешествие. Вот. Вас всех приглашаю. На следующий день после нас выступает там Lil Jon. Вот. То есть очень серьезно все. После 8 марта Скриптонит, Трувер и Тифест. Ну, такая новая большая площадка, в которой будут проходить супер ночные движки, чего в Москве не хватало, да. Вот, таких прям рэп, шмэп, тролля-ля. Вот, так что мы всех ждем. Можно посмотреть обязательно всю информацию у меня в Инстаграме. Вася, когда выйдет новый
О, Ленка, ты чего не спишь? Ростов-Арена, ребят, я вот насчет Ростов-Арены не знаю. Потому что было... Тот концерт доставил столько нервоз, столько сложностей, столько, казалось бы, родной город, да, а оказалось, что так много всего противодействующих всяких факторов, да, которые... Короче, все очень сложно там. Если бы не вы, да, ничего бы, конечно, смысла не было, конечно, там делать что-то. Просто скоро концерт из Ростова на арене появится. В интернете уже все досмонтировано. Там, конечно, будет зрелище. Пуф. Это будет такая крутая открытка нашего родного города Ростова. Так что всем удастся скоро посмотреть этот концерт. Так. Концерт по жизни. Львов, я пока на Украину, к сожалению, не могу уезжать. Меня внесли в список, который запрещает въезд на территорию Украины. Так. Мы постоянно, пока с Киевстонером здесь тут тусили, да, много вспоминали о концертах в Украине. Да. Я помню концерт во Львове, Нагана. Это было просто огонище просто. Мясо. Сашка Десом, мой товарищ, если ты нас видишь, тебе большой привет. Короче, было круто. Всем привет. Ладно, что, я вас обнимаю. Всем, кто в Майами будет на концерте, увидимся вечером. Всем, кто дома или где-то, всех крепко обнимаю. Вам всего самого наилучшего. Спасибо за поддержку, за участие в моей жизни. Всех обнимаю крепко. Ну как крепко? Вот так.